Привет всем, друзья! Пришла новая посылочка из Китая, как обычно, откуда же еще? Я ее уже распаковала, вот она. Она довольно тяжелая и шла она очень-очень долго. Я даже забыла уже, что вообще заказывала. Я как бы уже все посылки получила из Китая, и тут приходит это, и я думаю, а что я заказывала? В общем, настолько она долго шла, что я забыла, что в ней. Вот. Ну, собственно, я ее распаковала, но не доставала из нее ничего. Вот я сейчас достала. Значит, у нас это... Что я заказывала у нас там? Карандаш для кутикулы или чего-то в этом духе. Я пока его не распаковывала, не пробовала. В принципе, можно распаковать. Я взяла два разных, ну, как бы просто проверить, что это за штука такая. Вообще, это похоже на точильный камень. Вот так это выглядит. Вот так вот он. Заточен с двух сторон, как карандаш. Ну, он квадратный. Вот такой вот. Честно говоря, даже не знаю, как им можно какую-то кутикулу или что-то обрабатывать. Им можно, в принципе, подпиливать ногти. Не знаю, в общем, попробую, потом расскажу. Вот. И еще также я взяла один, а оказалось, что, наверное, второй либо в подарок, либо их два в наборе. Вот такие вот. Я не буду распаковывать, в принципе, это принцип тот же самый, просто здесь ручка пластиковая, и на конце колпачок снимается, и там кругленький такой же камешек. Но тут, что я хочу сказать, вот тут самое смешное, то есть я брала эти вещи как бы просто попробовать. Появилась какая-то новая фишка, надо попробовать. Вот эти два стоили столько же, сколько один вот такой. Даже, по-моему, дороже, чем этот. Но принцип, видите, у разных продавцов, хотя они пришли в одной упаковке. По-моему, у разных все-таки. Здесь, просто чтобы вы понимали, сантиметров 10, наверное, 12, это пластиковая ручка. И около, не знаю, сантиметра с широкой стороны и около 5 миллиметров с узкой, то есть там скошенный срез, вот такой небольшой кусочек этого камешка. Две штуки. А здесь нет никакой пластиковой ручки. Один огромный камень, примерно за ту же цену, даже дешевле, по-моему. А если я найду ссылки, если они будут активными, я оставлю их внизу под видео. Если ссылок не найду, то напишу, сколько стоил этот и сколько те стоили. Потому что даже китайцы вас дурят, люди. Так, и еще вот такой набор. Я заказывала. Только, кстати, нет, по-моему, это был не на... Ну, вернее как, это был набор, но я заказывала не набор. Поэтому была вынуждена заказать их набором. В общем, сейчас объясню. Вот такая штучка. Вот такая штучка. Я сейчас все распакую, потому что ни хрена не понятно, что это такое, я думаю. Надо распаковать сначала. Так, я вообще... Как увидела вот эти штуки. Но мне, опять же, мне не для ногтей это все нужно. Во-первых, они все вот в таких индивидуальных пакетиках. Их две штучки. И это такие лапки. Ну, это тут все для маникюра, но мне не нужно такой геморрой для маникюра. Так, сейчас я не вылезает одна штучка. Сейчас. Un moment. Так. Вот, в общем, они металлические, они довольно тяжелые.
Вот такая вот штука, я не знаю, для чего она. Конец у нее такой, видите, скошенный, как лопаточка, но при этом он заостренный. Я думаю, что видно, да? Я надеюсь, что видно. Вот, это один конец. То есть он такой, как бы, похож на царапку, такой коготок. А другая сторона, это такая огромная лопатка. Вот. Качество, кстати говоря, не самое лучшее. То есть на лопатке есть заусенец. А коготок с внешней стороны тоже имеет какую-то зазубрину, которая даже не знаю от чего. Но в принципе это можно заполировать, если есть желание над этим посидеть. Вот. Ну так она тяжелая, эта штучка, и внушительная такая. То есть это не алюминий какой-нибудь, это не пластик, спрессованный под металл, да, знаете, современные технологии не стоят на месте. Вот, то есть, в общем, довольно тяжелая такая штучка. Мне для полимерной глины. Так, и вторая. Здесь лопаточка тоже с этого конца, но она уже поменьше, потоньше. И у нее вот этот вот, даже не знаю, как кончик, он со скосом и такой заостренный. То есть прям как реальная лопаточка, не знаю, для мяса, такой в маленьком формате. А этот конец, он такой похож больше на какой-то резак, очень сильно заточенный. То есть, я думаю, что вот показать вот так вот. Он очень тоненький и вот так вот заточен, как ножичек такой маленький. В принципе, он не сильно таки острый, но можно им что-то отрезать. На самом деле тоже, если использовать как маленький ножичек, на нем заусенцы. На этом якобы лезвие. Вот. Он немножко поменьше весит, но это тоже металл. Ну, по качеству намного лучше, чем вот этот. Хотя, я думаю, сделан одним и тем же производителем. Но если этот вообще не качественный, то этот очень даже качественный. Единственное, что на лезвии есть небольшие зазубринки вот здесь в центре. Но это можно подточить каким-нибудь точильным инструментом. Тем же, кстати, камнем для кутикулы, чем не вариант. И с ними вместе в комплекте шли вот такие вот кусачки, которые мне совершенно не нужны, но так как это продавалось комплектом, без них нельзя было покупать, то как бы, ну ладно. Честно говоря, они очень странные, я даже не знаю, как ими пользоваться. Сейчас покажу. Я надеюсь, что видно. Они скошенные. Точно так же, как и все остальные. Я надеюсь, что видно. И понятно, каким образом они скошены. Типа это тоже для ногтей. Но я не знаю, как они пользуются. Типа они для ногтей. Но, по-моему, они не для ногтей, не знаю для чего. Может быть, какие-то провода откусывать. То есть, вот такие они какие-то странные довольно-таки. Вот. Вот такие вот кусачки. Это был комплект. Ссылки оставлю внизу, если они будут активны, если нет, то напишу, что сколько стоило, потому что у меня в чеке заказа еще все еще висят эти товары, как существующие. Вот такая была посылочка с интересными инструментами для ухода за руками, но мне не для того это все нужно было. Это не важно. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новых видео. Они появятся уже очень скоро. И до Нового года появятся две новые рубрики. Ставьте пальчики вверх или как хотите. Обязательно оставляйте комментарии, если вам что-то понравилось. Мне это очень приятно. Всех люблю, пока. До новых видео.